Сейчас вы можете лечь или сесть, закрыть или приоткрыть глаза. Тело при этом сможет полностью расслабиться. И неважно, чем сейчас занимается сознание, есть ли в уме мысли и на чем сосредоточено внимание. Работа происходит сама по себе. Ваше бессознательное знает, что для вас лучше, и имеет все необходимые ресурсы для решения любых задач. Вам даже не нужно слушать мой голос, бессознательное само услышит его. Ваше бессознательное может пытаться делать, что хочет. Но ваш сознательный разум ничего важного сейчас делать не будет. Нет ничего на самом деле важного, кроме действий вашего бессознательного разума. И это полностью безопасный процесс, от которого можно получать удовольствие. Теперь наступил физический комфорт, но вам не нужно даже обращать внимание на ваше расслабление и комфорт. Сейчас вы можете отправиться в своем воображении туда, куда вы хотите, перенести себя в любую ситуацию. Рано или поздно вы вспомните важные ситуации в вашей жизни, и может понадобиться время, столько, сколько нужно, чтобы вспомнить нужную ситуацию, помочь вам понять что-то осмысленное. Вероятно, это случится, как только вы будете готовы. Мы позволим бессознательному использовать столько времени, сколько ему нужно, чтобы позволить этому случиться. Важным достижением будет то, чтобы вы поняли, что люди не знают своих возможностей. И вам нужно открывать эти возможности так медленно, как только вам захочется. И тогда ваши страхи начинают уходить из вашей жизни. Они могут уйти сегодня или завтра, или через какое-то время, которое необходимо бессознательному для процесса исцеления. Вы можете вспомнить, как были маленьким ребенком, который боялся многих вещей. И постепенно ребенок осваивал окружающий мир, становился взрослее, сильнее, и по мере взросления научился смелости ходить, говорить, размышлять, действовать. Вы и сейчас можете делать это, несмотря ни на что. Вы можете посмотреть страху в глаза сейчас или завтра, а может, через некоторое время. Вы поймете его иллюзорность, и он потеряет свое влияние на вас. Ваше состояние становится спокойнее в любой стрессовой ситуации. Делаете вы что-то или не делаете. Вы можете не знать об этом, но уверенность приходит к вам в тех ситуациях, в которых ранее ее не было. Те ощущения, чувства, мысли, которые приходили в моменты страха,
Разве не смешными сейчас они кажутся? И я не знаю, когда вы это поймете, но новое лучшее состояние возникает в вашем теле и остается с вами столько, сколько захотите. Вы можете сознательным умом сопротивляться тому лучшему, что происходит в вашу жизнь, цепляясь за привычное старое, но бессознательный разум продолжит исцеляющую работу, и вы почувствуете освобождение от всего, что беспокоило ранее. Вы почувствуете непреодолимое желание быть полностью здоровым, уверенным, смелым и счастливым. И это желание в скором времени исполнится. Я знаю, что вы уже сейчас чувствуете себя лучше, и состояние свободы от страха вам нравится все больше и больше. Когда вы осознаете, насколько вы и ваш разум свободны, это будет счастливый день в вашей жизни. Когда цветок рос под кроной большого дерева, ему казалось, что тень от дерева давит на него, словно давит со всех сторон жизненные обстоятельства, словно стены узкого пространства. Но потом ему открылась истина, что в какой-то период жизни, пока он не окреп, тень дерева защищала его от палящего солнца. Сейчас он уже большой и может сам себя защищать. И он может прямо взаимодействовать с любыми ситуациями, с которыми ранее не осмеливался. И когда сквозь крону большого дерева проглядывает солнце, цветок радуется ему, а когда приходит тень, отдыхает в ней, наслаждаясь. Все это пришло к нему со временем, и поменялось самочувствие и отношение к жизни, к лучшему. Вероятно, и вы уже принимаете то, что раньше боялись принять. И когда вам захочется, можно поблагодарить свой бессознательный разум за поддержку и мудрость, которыми он вас наделяет, а может и за что-то еще. Можете поблагодарить свой сознательный разум за то, что он прислушивается к бессознательному, и вместе вы можете справиться с любыми задачами. И когда вы почувствуете, что достаточно насладились этой медитацией, можете ощутить свое тело, осознать себя в пространстве. И когда я начну считать до 5, можете вернуться к вашей обычной деятельности, сохранив новое ресурсное состояние. 1, 2, 3, 4, 5.